том же 2014 году. Так, сегодня последний, ну как, практически последний мой заезд сюда. Осталось только через 120 дней после первого моего визита сюда приехать, будет сдать кровь и все. И тогда мне уже скажут, был у меня плацебо или настоящее лекарство. Я думаю, что это лекарство. Если будет плацебо, я очень удивлюсь. Хочется еще где-нибудь поучаствовать, честно говоря. Прям мне жалко, что все заканчивается. Так, так как я, в принципе, прощаюсь с этим зданием, сейчас хотела снять машины. Смотрите, вот места, вот эти вот с номерами, это все ковидные. Это все приехали люди для участия в экспериментах. Ну, вот по типу, как я. К вопросу, что это ради денег бедные люди поприезжали. Вот это вот, не знают, как выжить, видимо. Вот к тем комментариям, наверное. Все, это уже работники. Ничего не хочу сказать. Выводы делайте сами. Так, ну что, я наконец-то доехала. Я, правда, сейчас не понимаю, где я, с какой я стороны. Идем смотреть. Смотрите, какой фикус. Или кто это? Магнолия. Снимают интервью всякие. Как вы поняли. У меня тоже есть штатив, между прочим. Я тоже почти профессионал блогер. Красиво, да? Это все не старое, это все стилизовано. Было построено, стилизовано специально. Вот тут, вот, мне кажется, они немножко выбились из общего ансамбля. Но ничего, я готова им это все простить. Стоимость обучения здесь, по-моему, стоит около 60 тысяч долларов в год. В среднем. Понятно, что цены могут отличаться. Это без книжек, без проживания. No entry нигде. А как же мне ворваться куда-нибудь? О! Ребят, я в медицинском центре в каком-то. А я поняла, я приехала в Дьюк-клинику, другую, это не ковидная. Центр, раковый центр, медицинский павильон и детский госпиталь. А нам нужна церковь. Так, это фудкорт при больнице, опять же. Сейчас я... Ничего здесь я покупаю. А вот есть и Starbucks, кстати. Хотела сказать, что ничего не буду покупать. Видимо, ничего с этим не выйдет. Главное мне найти потом дорогу назад к парковке. Пора, мне кажется, спросить, как попасть в церковь. Пришел этот важный этап моей жизни. Hi. Hey. May I ask you how I can get to the church? The church? Mm-hmm. Let's see what the best way to tell you. Is it far? A little bit. I mean, a little bit. It's a little far. I'm trying to think the best way. How familiar are you with the building? Ага, закрыто. Этот вход закрыт в библиотеку. Будем искать другую. Можно я хотя бы прикинуть студенткой? Раз уж мне не суждено начать жизнь сначала. Так, ну что, вот я и дошла до церкви. Здесь многие женятся. Не знаю, не представляю, сколько это стоит. Но есть люди, у кого есть деньги на это. Я вовнутрь никогда раньше не попадала. Не знаю, получится ли сейчас.
Там постоянно то ли свадьбы. Сейчас, наверное, просто будет закрыто. Сейчас попробую. Давайте, прежде чем я попробую дверь, она окажется закрытой. Насладимся вот этим всем имитацией неоготизма, по-моему, так называется этот стиль. Конечно, вот же видна заслонка. О чем ты думала, Настя? Ну ладно. Я не знаю, как это работает, но каждый раз я прям здесь испытываю гормон счастья, я прям чувствую, как он вырабатывается. Обожаю это место. You're good. Is there any way to get in this building? I have no idea. This door is closed. I don't know about other. Снимают видео. Точнее, фото. Я не думаю, что я им нужна на фоне. По воскресеньям в 11 утра все милости просим. Сегодня у нас четверг, поэтому нас тут не ждут. Я уже погуглила, что университет в 2014 году занял 23-ю строчку по рейтингам университетов США. В том же 2014 году этот университет занял ту же 23-ю позицию в академическом рейтинге университетов мира. Также тут есть музей искусств, ботанический сад, уникальный центр лемуров и всемирно известный медицинский центр. Сейчас пойду попробую найти все-таки гифт-шоп, найти открытки и все-таки отсюда отправить небольшую весточку, кусочек счастья. Надеюсь, передастся через открытку. И вдруг кто-нибудь из моих подписчиков здесь будет учиться. Боже, какое счастье, буду приезжать в гости. Давайте это будете вы. Интересно, я не знаю, может кто-то может погуглить такое. А может ли здесь выиграть бесплатный грант и учиться тут бесплатно? Ну, наверняка же кто-нибудь здесь должен учиться бесплатно. Какой-нибудь супер счастливчик. Что-то это вот все ходят в масках. Не знаю, как будет летом вот с этим всем. Я официально иду без маски, потому что у меня есть кофе. Имею право. Люди сидят уже, как будто попривыкали, да? Вот, университет тоже. Вон сюда, я так думаю. Смотрите, какие все богатые люди сидят. Какие молодцы, господи, они даже, мне кажется, не представляют своего счастья. Так, do not enter. Да что ж такое? Где вход-то? Пойдем попробуем найти кого-нибудь. Сейчас я даже маску одену по этому поводу. Не понимаю, почему нельзя просто мне зайти и купить. Надо иметь Duke Card ID. Так, я забежала с человеком с каким-то. Поэтому буду сейчас вам тут все показывать. Walk-in welcome, прям welcome. Карточку надо сначала иметь, чтобы тут welcome зайти. Какой-то театр, билеты. Сейчас это какая-то рестовая зона, то есть это не само обучение здесь. Вообще надо по стрелочкам ходить, да? School Supplies. Технологический центр. Ой, и почта здесь есть. Открытки есть? Так, тут много-много одежды, одежды. Ну, например, такая бестолковая майка стоит $17. Такая майка-алкоголичка Дьюк. Смотрите, у Малискин заказали блокнотики. Тут прям есть и Microsoft, и Apple. И можно все купить. На номера цеплять. То есть на машину цеплять впереди. Я бы себе повесилась. У меня, хотел сказать, если бы у меня была машина, если бы я здесь училась. Как вы поняли, официальные цвета Дьюка — это вот, вот такой синий-белый. Думала себе купить хотя бы рамочку с дипломом. Но дипломы даже такие продаются не очень дешево. 100, 109, вот самый дешевый. 225. Ой,
Вот красивый, да, 209, вот с картинкой. О, даже лампа такая, смотрите. $160. Смотрите. Одежка для собак. Есть серая одежка для собак. Есть вот такая вот синтетически дышащаяся в сеточку. Поводки, ошейники. Ну, вы поняли, да? Открыточком быть. Thank you. Так, идем, вернемся, посмотрим, есть ли у них International Stamps. Все получилось у меня. Отправила открытки, заполнила, все выиграли, все молодцы. Надеюсь, передастся вам с этим, с этими бумажечками немножко счастья отсюда. Вот такие вот студенты вот так проводят время. Вечером здесь очень красиво тоже. Эти вот качели, вот столики, видите, они качаются. Но там все занято, не могу показать. Розетки здесь прямо возле деревьев. Можно ноутбуки подключить. 11 марта, видите, все уже, некоторые даже сгорели. Боже, какая это сладкая. Эти бузички. Сказки? Ты ли это? Классная, да? Общее представление, я думаю, вы получили. Не знаю, опять же, не знаю, передалось или нет. Вечером вот эти вот все лампочки горят. Ой, они и сейчас горят. Правда, их не видно нифига, но они светятся. Очень красиво. Вот это вот здание, казалось бы, да, модерновое, но оно все равно достаточно неплохо вписалось. Это фудкорт. Тут можно тоже поесть. Или вот это кампус, вот здесь вот люди живут. Не знаю, давайте попробуем зайти, посмотрим, чем питаются. Тем более, что человек прошел и открыл нам двери. Хочу вообще наверх пойду. Thank you. Просто хочется внутри походить. В библиотеку мы не попали, в чёрч не попали, вот сюда мы тоже, видимо, не попали. А нет, попали. Я не знаю, где я. Просто пойдем. Окей. А если что, мы пришли в Bolton Family Tower Room. Спасибо хоть за окошко. Ну, найдем на улицу снова. Это американское заведение. Много закрылось, видимо, из-за ковида. Столов нет, убрали все. Да, здесь была, здесь было. Здесь тоже есть что-то. Взять можно, сидеть на улице. Видимо, так. Все закрыто. Здесь есть кампусы, которые вот прям непосредственно возле, которые непосредственно возле церкви, как сказать, возле обучающих, библиотеки, но это самые крутые, наверное, самые дорогие. А есть где-то подальше. Подальше, подальше. Оттуда можно ехать на автобусе или на велосипеде вот приезжать. Вот была бы я суперблогером, подошла бы, как заговорила бы на английском с кем-нибудь из студентов, да спросила бы чего-нибудь интересного. Но, видимо, это не про меня. По крайней мере, не сейчас. Смотрите, какие скамейки. Поэтому будем просто молча ходить, за всеми подсматривать. Делать вид, что нам все и так все ясно и понятно, окей? Как вам такие скамеечки? Парень на меня так смотрит, как будто не хочет, чтобы я его снимала. Вот тут тоже эти качели есть. Они немножко по-другому, немножко односторонние, да? И вот эти вот скамейки огромные, тоже интересные.
А вот эта качель, она должна кататься, да? Идем проверим. Этот столик рассчитан только на одного. Такой вот дворик кампуса. Хотели бы здесь учиться? Мне кажется, я тут даже уборщица поработала. Просто разрешите мне здесь находиться. Кошки, конечно, маленькие. Но ничего страшного. Я бы смирилась. Вон там, смотрите, зеркало у человека стоит. Еще куда-нибудь в окна позаглядывать. Все запаролено, никуда я не могу зайти, везде должен быть доступ. Видите, и просят еще закрывать от таких, как я, чтобы я не заходила сюда. Ну ладно. Окей. Ну что, вот так вот выглядит один из лучших университетов мира. Как мы выяснили, входит в 25 лучших университетов. Стоит дофига, я еще наверняка что-нибудь уже поподписывала, что-то умного погуглила. В общем, чтобы мы все так жили. Угу. See you soon. А вот такие столбики, кстати, они по всей территории, везде. Если что-то с тобой случилось, тут ведь уже паутина все заросло, видно. Никому помощь не нужна, слава богу.